Здравствуйте, мои дорогие, мои любимые! Хочу вас в первую очередь поздравить уже с наступившим Новым годом. И я хочу вам пожелать всем, чтобы этот год открыл новые, еще неизведанные горизонты вашей жизни, наполнил ее множеством удивительных сюрпризов. И, конечно же, хочу пожелать вам совершить реальный прорыв к успеху, радости, творчеству и работе, в общении, в личной жизни. Желаю, чтобы рядом с вами были только любимые люди, близкие друзья. А проблемы и грустное настроение ушли далеко-далеко и больше никогда не возвращались. Я всех приветствую себя на канале. Очень рада, что мы вошли уже в 2016 год. Вот с таким вот прекрасным настроением хочу сегодня снять маленький обзор и немножечко вам может подсказать. А возможно, кто-то знает. А кто не знает, будет очень интересно послушать. Оставайтесь со мной. Как уже все видят и знают, очень похолодало. Январь месяц, очень холодно. Я вам расскажу, как я справляюсь с этой проблемой. Когда дома дали отопление, очень жарко, очень сухо. Воздух сухой, неподвижный. Конечно же, как знаете, в таком воздухе очень хорошо держатся микробы, развиваются, и от этого болеют очень часто и детки, и взрослые. Не то, что дети и взрослые, даже гибнут растения. Вот, я хочу с вами поделиться, как я справляюсь с этим. Уже, наверное, года два я пользуюсь вот таким вот увлажнителем воздуха. Конечно же, я купила его ребенку, вот такую вот лягушечку. Очень интересно, сейчас вам покажу, как она работает. Звуковой увлажнитель. Вещь замечательная. У меня очень сильно болел ребенок. Много читала информации и решила, даже не задумываясь, купить этот увлажнитель. Стоит он недорого. И пользы от него, поверьте, очень много. Я его включаю как и летом, так и зимой. Я бы советовала, наверное, сейчас очень многим людям, кто работает, офисных работников, для себя любимых, для пожилых людей, вещь незаменимая и нужная. Особенно те девочки, хозяюшки, которые ко мне приходят, смотрят, и они любят цветочки, разводят цветы. Вот этот вот чудесный ультразвуковой увлажнитель способствует хорошему росту растений. Его берут даже в теплицы. Я смотрела многие обзоры, люди, кто занимается выращиванием овощей, берут вот такие вот ультразвуковые. Конечно же, у меня слабенький, я взяла. Расход 45 квадратных метров. Мне его хватает практически на комнату. Мне его хватает даже более. Кто не знает, что такое ультразвуковой увлажнитель, я вам расскажу. Увлажнитель – это способ поддержания местного иммунитета на должном уровне. И способ профилактики острых респираторных вирусных инфекций. Плодотворно он влияет на влажность и рост растений. Вот так вот, вот такой вот замечательный этот увлажнитель. Конечно же, он бывает разный. Я взяла такую вот интересную лягушечку. И, кстати, когда я выбирала, люди, смотря на сайт, думали, что выбирали себе эту лягушечку, то есть она на рисунке одна, есть дракончики, лягушечки, зайчики и тому подобное. Вот, обратите внимание, то есть аппарат этот не очень маленький и небольшой. Ну, как бы место он занимает, я бы сказала, немало. Так что имейте в виду, потому что отзывы были очень разные. Люди разочаровались, когда к ним приходили. Я бы сказала, небольшой этот аппарат, хотя бы, чтобы вы имели представление, как он выглядит и каких он размеров. Я сегодня уже пользовалась, я вылила водичку, чтобы вам все показать, рассказать, как я заливаю, как я им пользуюсь. Я даже добавляю иногда эфирные масла. Расскажу потом, какие. Для хорошего сна, для настроения. Для чего необходим этот увлажнитель воздуха? Все знают, что вирусные частицы сохраняют свою активность при воздухе сухом, неподвижном и теплом. И мгновенно теряют свою активность в течение нескольких минут при воздухе влажном
прохладном и чистом. При недостатке воды, когда заканчивается водичка, прекращает свою работу. Вот такой вот замечательный. У меня, конечно же, механический, вот как видите. Есть такие увлажнители, даже есть табло. И на табло показывается влажность, температура в квартире. Так что очень даже рекомендую. Сейчас я вам покажу, как я его включаю. Вот такая вот колбочка. Водичка здесь нужна дистиллированная или хотя бы отстойная, потому что собирается на лед. Конечно же, это нам не нужно. Здесь вот так вот открывается. У меня еще тут водичка. Сейчас мы зальем полную воды и поставим. И я вам покажу, какое я добавлю эфирное масло. Аромат изумительный. Практически на всю комнату. Я бы даже советовала аллергикам. Ну, конечно же, не на такие масла, которые раздражают слизистую и вызывают очень сильную аллергию. То есть масло нежное, я добавлю масло жасмина. Несколько капель жасмина добавляем. Водичка у меня уже набрана. Буквально 1-2-3 капельки. Аромат изумительный. Я вам даже не могу передать. Настолько нежный. Закрывается очень просто, очень легко. Сзади у нас кнопочка. И вот у нас что уже происходит. Вот такая вот прелесть. Вот так выходит пар. Пар этот не холодный, не теплый. Его просто не чувствуется. Не поймешь, какой он. И аромат изумительный. Водичку я добавляю, конечно же, холодную, не нужно никакую теплую, отстойную, как я уже говорила. Немножечко прикрутим, потому что это сильный. Вот с помощью нашего регулятора мы можем немножечко прикрутить. Мы его даже можем выключить. Мы его поставим на... Вот так вот немножечко пускай. Это меня в кадре совершенно не будет видно. Вот такой вот замечательный ультразвуковой увлажнитель. Вещь в доме нужная. Для ребенка незаменимая. Кто меня будет смотреть, молодые мамочки, не оставьте это без внимания. Возьмите и вы не пожалеете. Чтобы постоянно им пользоваться, конечно же, нет. Наверное, только ту пору, которая необходима. Когда сильно жарко, я им спасаюсь. Меня он очень спасает. Мы его, наверное, выключим. Я сейчас покажу. Это минимальная мощность. А сейчас будет самая максимальная. Сейчас он. Вот он. Вот такая вот прелесть. Вот такая вот чудесная лягушечка. Очень, во-первых, интересно, когда у ребенка в детской комнате стоит. Конечно же, ребенок у меня уже взрослый. Ну, нас не смущает, что такая вот зелененькая лягушечка чудесная. Вот такая вот прелесть. Работает практически бесшумно. Вот я с вами общаюсь, его не слышно. Уход за вашим ребенком с помощью ультразвукового увлажнителя будет легким и приятным. Даже сами себе вы создадите дома уютную атмосферу и приятную для вас. Я надеюсь, мое видео было для вас познавательным, интересным. До свидания, мои родные!